Мама сделала тебе прекрасную прическу. Да. А мы сейчас с тобой пойдем гулять. А что мама сказала? Надо надеть на голову пакет, Зачем? чтобы снять вот это и надеть, иначе капончик. Сейчас покажу. Другую футболку? Да. Ну неси быстрее сюда. Своего енотика пончика. Вот. Вот такого енотика пончика хочешь? А для этого надо на голову пакет надеть? Да, чтобы не растрепайкой. Не растрепайкой? И пойдем гулять? Да. Ну, пойдем. Погнали. Я его вот так вот надела. Погнали, говорю. Сейчас надо, да, пойти в фотохрон под охрану. Расскажи, что там за активный? Активный гражданин. Там можно сидеть, заниматься. 5 лет? Нравится? А что это? Я не знаю, что это там. Мы не знаем, что это такое. Надо пойти посмотреть. Да. Пойдем. А вот что я вижу первый раз в своих глазах. Что? Вот. Нравится? Ну посмотри. Вот бы понюхать. Ну так понюхай. Как? Пройди. И мы продолжаем выбирать для Москвы лучший путь Класс? Ее развития. Да. А что тебе больше понравилось? Что? Да. А хочешь вовнутрь, в кабину? Можно, интересно, в кабину попасть? Нельзя. Почему? Закрыто? Да. Ну ладно, пойдем. Дальше? На меня смотрите. Я хочу поздравить с днем рождения. Помашите ручкой. Я хочу сказать спасибо. Потрясающе у вас. С днем рождения. Кира. Кира. Каску одень. Какая-то у тебя рыбка получилась синенькая, Кира. Открывай. Рыбка синенькая получилась. Да? Опа! Вот это телефон, да? Нужно бежать. Ответ нужно. Руку убери вторую. Да. Тоже завис. О, я отвис. Класс. Ну, пойдем. Быстрее наверх. Там бассейн. Только нужно разуться. Кира,
Иди сюда. Прыгай. Ну давай. Давай, вылази, вылази. Вылази, давай. Давай, вставай. Я тебя держу. Это Спарта. Моментальные фотографии в количестве одной, даже двух. Ну где такое вообще видно? Плюс, ладно, фотографии, друзья. Сейчас видео правит миром. Здесь же рядом чуть-чуть патрульная налево вы можете сняться в инстаклипе. И это действительно очень красиво. Вы уже снялись? Вам понравилось? Покажите результат. Есть на телефоне? Класс. А, загружается пока. Хорошо, как загрузится, покажите. Это же правда стоит того. А порулить? Покажите здесь. Я думаю, вы получите массу лайков, потому что это выглядит так. Что-то не отсвечивает немножко. Прекрасно. Еще в замедленном действии. А спасибо. Да? По лучших традициях российского кинематографа. Все как надо. Также, пойдем. Друзья, если у вас... друзья, у нас хорошо, у нас весело, у нас куча разных активностей, которые вам, я думаю, должны понравиться обязательно. Ну и также подарки для тех, кто выкладывает фотографии с хэштегом «Я помощник Москвы». Вы помощник Москвы, например? Вы помощник Москвы. Прекрасно. У вас уже есть футболка. Все, вам не нужна? Хорошо. Друзья, ну, естественно, дорожный патруль на страже порядка сегодня возле нашего стенда. Тоже подходите к мужчинам. Не устояло. Объект культурного наследия был перенесен на крышу многоэтажного жилого комплекса. Давайте, друзья, еще выходим. Ну, хорошо, дождемся. Национальные точки. А я чуть впереди. Кира, давай. Ниже, ниже. Напоминаю, что у нас сегодня гражданин. Наша локация посвящена проекту «Мой район» в рамках активного гражданина. Мы с вами вместе строим идеальный район. Хватит, а то она сейчас вся в краске будет. Комфортные интересы. Мы будем учитывать интересы всех групп граждан. Так вот, огромная Айонская башня у нас здесь, филиал Москва-Сити в центре парка Горького. Тут у нас есть все банки, деловые комплексы, деловые мечты, объект культурного наследия и что же там наверху, что же, школа. Класс, пойдем. Пошли, зонтик заберешь свой. Стройки века, давай. Нарисовала, зонтик заработала, пойдем. Да. Вот, к мальчику подходи. Все, мы порисовали. Рисовали? Да. Все, давайте номер ваш. А я говорил, 800. Вот тебе парень. А, точно, да. Стоит. Ну, ходите, пожалуйста, типа... Возьмите. Что стоит? Вот тут стоит. Хорошо, просто считает. Класс? Да. Довольно. Когда дождь начнется, и пропадет зонтик спрячется. У вас серые точки. Да. Пойдем. А что больше нравится? Тебе нужно желтенького цвета. А это какой? Как тебе обед на свежем воздухе? Лучше, чем дома? Да,
Рассказывай, что выиграла? Стан. А еще? Одежду. Футболку. Футболки. Толстовку папе, да? Толстовку папе. Понравился праздник? Попрыгала на батуте? Папа пообещал и сделал, да? А еще покупалась в бассейне с шариками? Вообще-то это обычный бассейн. Это вообще-то не было бассейн с водой. Ну, в общем, тебе понравилось, да? Конфета вкусная? Супер! Это вам не борщ есть. Скажи всем пока. Всем пока и подписывайтесь, ставьте лайки. Какие лайки?